Ужасная новость, конечно. Известный телеведущий Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия Культура» в своем фейсбуке Александр Ефимович. Тут говорится о том, что телеведущий Михаил Зеленский находился на отдыхе в Доминикане, оказался в местной больнице, но врачи не смогли спасти его. Обстоятельства смерти пока не уточняются. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.